Ну что, привет, родные и дорогие, на канале Тимоха Лайф. И в этом видео вам покажу, что же нужно отключить одну гниду на своем телефоне прямо сейчас, потому что когда мы регистрируем и создаем аккаунт в Google, то автоматически у нас создается Google почта. Ну, вы все знаете, да? И вот эта вот гнида там сидит и передает все ваши личные данные разработчикам через почту. Вы сейчас удивитесь, какие я вам покажу настройки, где это все найти и как правильно сделать, чтобы у вас все работало правильно, ничего не передавалось ни на какие сервера компании, и вы могли полностью безопасно использовать как Google, так и Google Gmail. Вот когда мы создаем Google, у нас автоматически создается Gmail, и вот это вот все в паре очень вредит нашему телефону. Значит, смотрите, что нужно сделать, чтобы такого не было. Нужно будет зайти в настройки. У вас автоматически среди вот этих вот всех настроек есть такой подпункт, который называется Google. Он уже у вас встроенный, и вы ним будете пользоваться. Здесь у нас будут пункт «Все сервисы», и вы вот, спускаясь вниз, найдите пункт «Персонализация с учетом общих данных». Заходим сюда, и у вас вот эти вот все настройки будут включены. Я даже уверен на 300%. Это нужно все отключить, все и всем, потому что это дает полный доступ к вашей почте, и все отслеживается разработчиками. Это прям разрешение прямое на всю вашу личную жизнь. Вот Gmail, вот это вот персонализация с учетом личных данных, имеет полный доступ к вашим письмам. Что вы пишете, кому вы пишете, когда отправляете, какую рекламу читаете, какие новости читаете, отключаем. Но я рекомендую здесь все отключить, и Chrome, и YouTube. Ну, не нужно это, дорогие друзья. Во-первых, это ваша личная информация, и зачем мне делиться с разработчиками, да? А во-вторых, это же будет все собираться и отправляться на сервера компании. Это тратится и батарея, и энергия телефона в прямом как интернет. Так что это отключайте раз и навсегда, и даже не бойтесь, потому что действительно это очень-очень серьезно и вредно. Ну и вторая настройка. Заходим вот сюда, вот, конечно же, мы в почту. Здесь у нас будут все наши коды, как вы видите. Здесь нажимаем на почту, выбираем тот аккаунт, который мы будем эти действия все делать. И в левом верхнем углу у нас будут три точки, три полосочки. Вот здесь будет самое интересное. Нам нужно найти пункт, который называется «Настройки», если он у вас есть вот здесь вот. И вы попадете в вот такой вот пункт. В правом или верхнем углу у вас три полосочки, управление аккаунтом. И здесь у вас будет тоже очень-очень интересно. Потому что у вас будет вот автосинхронизация данных включена здесь. Синхронизировать, да. Будет Google синхронизироваться автоматически. И вот нам нужно этот подпункт как раз отключить. Вот так вот взять просто и автосинхронизацию данных отключить. Также у вас будет еще подпункт, который называется «Умные функции, персонализация», если он у вас здесь есть. Сейчас мы посмотрим. Тоже может быть. Сейчас. Вот зашли мы сюда еще. И мы здесь видим. Ну, выбираем свой аккаунт, у нас там будет много аккаунтов. Сейчас я выберу один из них. Вот, к примеру, так, Тимоха. Это мой основной аккаунт. И смотрите, что у нас здесь есть. Умные функции и персонализация. Есть у вас такая штука? Вот она у вас. Она у вас будет включена. Вот так вот. И смотрите, что здесь будет написано. Значит, Gmail, чат, Meet могут использовать содержимое вашей почты, чатов, видео, чтобы подстраивать работу этих сервисов под ваши потребности и активировать для вас умные функции. Если вы откажетесь, эти функции не будут работать. Друзья, конечно же, откажусь, потому что это все, вот смотрите, с какой списочек тут нам компания пишет. Автоматическая фильтрация, уведомления о важных письмах, быстрые ответы, карточки, напоминания, создание мероприятий. То есть они практически все контролируют, что вы делаете. И вот в паре вот эта вот еще настройка включена. Умные функции тоже вот бла-бла-бла.
Персонализация в других продуктах. Google может использовать содержимое вашей почты, чата, видео, чтобы подстраивать работу сервисов. То есть вот эти вот умные функции персонализации других продуктов Google, это и YouTube, и вот эти вот все в паре работает все-все-все. И это нужно как можно отключать. И еще вот здесь вот пункт будет по отправке. Сейчас я не помню, где он. Значит, смотрите, умные функции мы сделали, мы все отключили. Отправлять сведения для диагностики. Вот здесь вот у вас еще будет пункт. Сейчас. И этот пункт вообще у меня нету его. Ну, и вы поищите отправлять вот уведомлять о входящих письмах. Но это понятно, что мы включим. А вот у нас еще, если настройки уведомления, если у нас есть вот этот вот пункт отправлять сведения для диагностики, то это мы отключаем, конечно же. Отслеживать по ссылке. Потому что это вот все. Показывать вкладку встречи, автоматически показать, автоматически... Вот она. Автоматически использовать. Во время движения пользователь предлагает режим на ходу. Отключаем. И вот это вот... Автоматизация отключена. Вот это вот все в паре нужно как можно быстрее отключить, потому что эта гнида знает о вашем телефоне и о ваших действиях практически все. Отключаем, спим спокойно. С вами был Тимоха Лайв. Здесь оставлю два новых ролика. Загляните, посмотрите. До скорого. Всем пока.